В Шымкенте открылась первая в Казахстане академия футбола «Унтустык». Это стало возможным благодаря государственно-частному партнерству. Выбор на город пал не случайно. Местный спортивный комплекс «БИК» не имеет аналогов в СНГ. Он включает 10 полей, два из них с синтетическим покрытием. Все они соответствуют требованиям УЕФА. С открытием академии юные футболисты страны получили шанс попасть в национальную сборную. 5 специалистов испанской «Барселоны» уже провели отбор среди сотен мальчишек из южных регионов. В итоге в академию смогли поступить 65 лучших футболистов от 10 до 14 лет. Теперь они будут оттачивать мастерство. Скоро такие же академии откроются и в других городах страны. Каждый год мы добавлять будем сюда по одной группе. При выходе на плановую мощность через 3 года количество детей, которые будут заниматься в этой академии, превысит 200 человек. Все они в будущем станут резервом нашей национальной сборной.